Мы на острове Джеджу, это корейский остров для отдыха. Сейчас тут не сезон, поэтому народу должно быть немного. Вот мы проходим одну из таких малоизвестных достопримечательностей. Это смотровая площадка с видом на лаву застывшую. Ну, тут, в общем-то, почти все смотровые площадки с видом на лаву. Да. Самолеты сюда с материковой части Кореи стоят от $20 в одну сторону. И вот, в общем-то, все эти люди здесь ради вот этого. Красивый кратер. Здесь такая достопримечательность, как Mysterious Road. То есть вот здесь, сейчас если посмотреть, кажется, что мы съезжаем вниз. На самом деле, поговаривают, что если выключить мотор, то будешь ехать в горку. Тут многие машины приезжают с аварийкой. Вот один из них, похоже, выключил движок. Поедет. Ну, хотя там видно, что горка. Там горка, слева горка. Посерединке такая ниша. Сколько ж там людей идет, как далеко, и нам туда.